Всем привет! Сегодня прикупил очередной гаджет, беспроводную зарядочку для телефона. Вот раньше пользовался вот такой вот. То есть, тогда еще беспроводные зарядки только стали появляться, поэтому я не знал, какую брать. И купил самую дешевенькую прямо в ДНСе. Вот сейчас я вам покажу. Сайт вот за 450 рублей покупал. Вот фирма. То есть это ни в коем случае не реклама там. Покупал очень давно. Ну, зарядка выполняет, в общем, свои функции. Тут все очень просто. Колечко. Ну, кто маленечко что-то понимает, понимает, что там просто катушка внутри. И в телефоне там тоже катушка. И электричество передается так же, как и типа в трансформаторе, что ли. Вот так вот ложится телефон, и все, пошла зарядка. Ну, он в данном случае заряженный. Но гаджетов в доме как бы уже несколько. И одной зарядкой пользоваться неудобно. Что я решил взять подороже, сразу покажу. На сайте вот цена, вот такая фирма. Эверстоны. Так, беспроводное зарядное устройство 10 ватт. Кстати, вот в этой вот заявлено было, по-моему, 5 ватт. Если мне память не изменяет сейчас. Вот, давайте посмотрим характеристики. Характеристики. Вот, видите? А, напряжение 5 вольт, выходная мощность 5 ватт. У этой же заявлено 10 ватт, по-моему. Ну, что-то на сайте, смотрите, вот на коробке написано 10 ватт. Это значит за 450 рублей покупал. Это, видите, в 4 раза дороже. Но у меня тут баллы кое-какие были. Вот чек. Чек есть. Вот этой зарядки. Так. Указано то, что это она. Вот беспроводная зарядка, 1 рубль к оплате. Ну, то есть у меня там накопилось кое-чего, поэтому с одной стороны на халяву обошлась, с другой стороны в 4 раза дороже, так как я эти баллы мог списать на что-то другое, может быть, более полезное. Давайте посмотрим, что здесь у нас входит в стоимость 4 раза дороже. Так, ну что, откроем упаковочку. Откроем упаковочку. Собственно, агрегат. Агрегат. Вот какая-то брошюрочка. Используем подключить зарядное устройство к USB. Бла-бла-бла. Но это мы все уже и так знаем, как этим пользоваться. Так. Тут уже, видите, такая штучка приляпана. Это ну, типа не скользящие, что ли, не знаю, на ощупь. Тут вот просто пластмасса, здесь уже так ножки тоже, типа, чтобы не скользила зарядка. То есть вот это вот, да, она, ну, вот снизу колечко есть не скользящее, а сверху, ну, сверху, кстати, тоже есть, вот оно, ну, на ощупь
Вот тут поинтереснее, он в 4 раза дороже. Вот я-то как бы своими глазами, своими словами вам донести, что хочет выбрать. Кто-то устал, может, шнур-то вставлять все-таки от зарядника, шнуры менять, то и дело, которые перегибаются, бывает. Поэтому очень удобная штука, с другой стороны. То есть телефон положил, и все. Вот. То есть в комплект входит также, сюда тоже входил в комплект вот такой шнур USB микрофон. Давайте затестируем. Работает вообще. Ну а как же она не будет работать, новая зарядка из магазина. Вот так вот подключается. Здесь у нас загорелся зеленый светодиодик. Здесь у нас вот синий горел. То есть здесь горел раньше красный, но он что-то отгорел вот в торце. И когда ложишь телефон, загорается синенький. Вот смотрите. Видно, да? И самое важное, что через чехол то есть все коннектится. То есть можно смело ложить в чехле. Давайте сюда положим. Вот зарядочку. Ага, пошла зарядка у нас. Светодиодик замигал. То есть аппарат работает. Внешне все вроде идентично. Вот. Будем тестировать, конечно. Будем тестировать, конечно, эти все зарядки в семье. В общем, кто стоит перед выбором, что купить, там есть и дороже, есть и за пятерку зарядники. Не знаю, смысл вот за катушку индуктивности платить большие деньги, я как бы не вижу. Просто вот решил брать не самый, как говорится, дешман, а вот взять покачественней, что ли. Подороже. Ну, внешне вот, да, побольше уже сложно, как говорится, промахнуться. То есть вот на эту вот я замечал, если телефон положил вот так вот, то он не заряжался. То есть надо четко на середину ложить. Ну, как бы светодиодик еще можно проверить, сгорелся или нет для контроля. То есть ночью он горит довольно-таки ярко, например. И то есть там уже не ошибешься. То есть если он не загорелся, соответственно, зарядки нет. Давайте попробуем вот сместить. Все, сведет, потух, зарядки нет. Давайте также потестируем, что ли, нашу новую зарядку. Вот положим сначала посерединке положим. Теперь положим вот так. Вот не очень ровно. Видите? То же самое, в принципе. То есть положили криво, все равно зарядки нет. Все равно надо вот, ну, тут больше, так скажем, плюс-минус сдвиг в сторону. Можно вот так вот двигать. И зарядка идет, вот видите. Там катушка, видимо, побольше стоит. В принципе, вот я на край положил. Нет, вот уже пропало. Не работает. Вот, видите? Ну, можно не так точно уже ложить. Пока вот так из упаковки это единственный, наверное, плюс. Зарядки подороже, ну, поздоровше. В сравнении вот с такой маленькой зарядочкой, самой дешманской. Здесь вот на дешманскую так вот положить.
Ну, в принципе, тоже заряжается. Видите? Ну, не знаю, как насчет времени еще зарядки. Все-таки здесь-то 5 ватт, а здесь 10. Поэтому придется еще попозже. Я отпишусь в описании, какая зарядка заряжает быстрее и заряжает ли быстрее, потому что телефон заряжен на 100% и нет возможности. Беспроводная зарядка 100%. Нет возможности сказать вам, какая быстрее, какая медленнее. Пока могу сказать только одно. Эта зарядка стоит, ну, образно 500 рублей. Это 2000 рублей. А вот за это вот время, что мы снимаем видео, я только в дизайне увидел отличие. И в описании, естественно, сказано, что она мощнее. А, вот тут, кстати, тут вот написано, что входное напряжение 5 вольт 2 ампера или 9 вольт 2 ампера, то бишь быстрая зарядка поддерживается. То есть должна поддерживаться быстрая зарядка вот на этом вот заряднике. Вот, ну, осталось это проверить, все дело в действии. У этого зарядника посмотрим вход USB 5 вольт 1,5 ампера. Выход до 1,5 ампера. То есть 9 вольт там как бы не поддерживается. А тут 9 вольт. Вот 5 вольт 1 ампер, 5 вольт 1,5 ампера и 9 вольт 1 ампер. 9 вольт, это вот, ну, на Самсунгах, кстати, на Самсунгах есть. То есть быстрая зарядка поддерживается. Так что протестирую, напишу, добавлю в описание, заряжает она быстрее или нет. Вот, а пока на этом все.